12 апреля состоялось ежегодное традиционное событие «День науки лицея имени Лобачевского». В этот день учащиеся не только отмечают праздник, но и получают новый интеллектуальный багаж знаний. Мероприятие направлено на расширение кругозора и развитие творческих способностей. Выглядит захватывающе и очень, знаете, ну видно, что историческое здание, здесь стоит какая-то история и... Хочется узнать много нового из этого места. Это императорский зал, он очень красивый, я тут уже не раз была, и он мне очень нравится. Атмосфера тут очень такая величественная. Для учащихся лицея Михаил Щелкунов, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, провел лекцию в императорском зале на тему «Университеты – основа высшей школы». Спикер рассказал о миссии высших учебных заведений, их истории, роли и значении. Все университеты, какими бы разными они ни были, объединены одним их главным предназначением, которое принято называть миссией университета. Миссия университета отвечает на вопрос, для чего человечество придумало, учредило, утвердило эти социальные институты. День науки в лицее Лобачевского проводится с 2013 года. Обучающиеся посещают знаковые и культовые места Казанского университета, знакомятся с учеными и погружаются в мир науки. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.